Спасибо, президент Путин. Лора, я очень благодарна вам за гостеприимство и за вашу дружбу. Это исторический и полон надежды день для Соединенных Штатов и России. Это исторический день для всего мира. Президент Путин и я сегодня завершили длинную главу конфронтаций и открыли совершенно новые отношения между нашими государствами. Господин президент, я ценю ваши способности лидера, ваше видение. Я ценю тот факт, что мы установили основы не только для нашего правительства, но и для будущих правительств работать в духе доверия и сотрудничества. Это хорошо. Хорошо для российского народа, для американского народа. Президент Путин и я подписали договор, который значительно сократит наши арсеналы стратегических ядерных боеголовок от 1700 до 2200 боеголовок. Это самый низкий уровень на протяжении десятилетий. Это ликвидирует наследие холодной войны, ядерного противостояния между нашими странами. Мы также подписали совместное соглашение о новых стратегических отношениях, которое призывает к новой безопасности, к новым экономическим и политическим отношениям между Соединенными Штатами и Россией. Наши страны будут продолжать тесно сотрудничать в борьбе против глобального террора. Я очень хорошо понимаю, что российский народ пострадал, страдает от рук террористов. Мы тоже испытали это страдание. И хочу поблагодарить президента Путина за его понимание характера этой новой войны, которую встречаем мы вместе, и его готовность решительно и упорно преследовать эту войну. Президент Путин и я также согласны, что величайшая опасность в этой войне – это перспектива того, что в руках террористов окажется оружие массового уничтожения. Наши нации должны приложить все усилия, чтобы предотвратить все формы распространения. Мы обсудили Иран в этом контексте сегодня. Мы тесно сотрудничаем друг с другом по этому очень важному вопросу. Наши страны также согласились о важности нового совета Россия-НАТО, который будет запущен через несколько дней в Риме. Господин президент, этот совет также является свидетельством вашего руководства и вашего видения. Десятилетиями Россия и НАТО были противниками, соперниками. Эти дни позади. И это хорошо. Хорошо для российского народа, для народа моей страны, для европейцев и для народов всего земного шара. Россия и Соединенные Штаты также решили сотрудничать вместе по региональным вопросам. Вместе мы будем работать по улучшению положения в Афганистане, в Грузии. Мы будем работать для завершения боевых действий и экономического развития в Чечне. Россия и Соединенные Штаты будут работать в области экономики, энергетические партнерства установили, частные фирмы возглавят дело трансформации передачи российской нефти на Каспийском регионе путем нефтепроводов и консорциум Баку-Джейхан. Хочу благодарить вас за сотрудничество и готовность работать с нами вместе по вопросам энергетики и безопасности энергетической. Россия строит свою рыночную экономику, открывая новые возможности для обеих стран. И на меня производит большое впечатление предпринимательский рост в России. Это значительное достижение. И опять это свидетельствует о способностях Владимира Путина как лидера. Через некоторое время мы будем продолжать работать с нашими лидерами в области бизнеса, обсуждать способы улучшения этих отношений. Мы надеемся, что и Россия будет расширять свое дело в международной экономике и вступит со временем в ВТО. Мы с президентом Путиным
говорили о необходимости решения таких вопросов, как вопросы, связанные с куриным мясом, со сталью, на основе доверия друг другу. Соединенные Штаты и Россия продвинулись далеко от тех вопросов, которые существовали в советское время. Вопросы свободы, которые существовали относительно еврейского общества в прошлом, а сейчас позади, и наступило время для нашего Конгресса отреагировать на мой запрос. Я буду работать на том, чтобы поправка Джексона-Веника была отменена. И наступило время, чтобы эта поправка Джексона-Веника была отменена в отношении России. Мы также обсуждали с президентом Путиным о важности свободной прессы и создании демократии сегодня. Мы встретимся с представителями средств массовой информации из двух стран. Это вопрос, который мы обсуждали в прошлом. Господин президент сказал, что есть смысл создать форум для деловых кругов в СМИ. Он встретится позже, и мы считаем, что это правильно, и ценим ваше предложение. Мы рады нашим отношениям. Я уверен, что, работая вместе, мы делаем мир более мирным. Я уверен, что, сотрудничая, мы можем одержать победу в первой войне 21 века, то есть в войне против хладнокровных убийц, которые хотят нанести ущерб таким государствам, как Соединенные Штаты и Россия. Я уверен, что мы будем сотрудничать в духе сотрудничества по всем фронтам, по всем направлениям. Большое вам спасибо, господин президент. Спасибо вам за ваше гостеприимство. Уважаемые американские гости, уважаемый господин президент, уважаемые дамы и господа. Только что завершилась официальная часть наших переговоров с президентом Соединенных Штатов Америки господином Джорджем Бушем. Впереди у наших уважаемых гостей еще знакомство с нашей страной и в Москве, и в Петербурге. Но уже сейчас можно подвести главный итог наших переговоров. Прежде всего, свое логическое развитие и практическое воплощение получили принципиальные договоренности, достигнутые нами еще в Вашингтоне и Кроуфорде в ноябре прошлого года. Я имею в виду подписание договора о сокращении стратегических наступательных потенциалов и, прежде всего, этот документ. По букве и духу это подтверждение выбора наших стран в пользу сокращения ядерных арсеналов и совместной работы над укреплением режимов нераспространения оружия массового уничтожения. Это решение двух государств, осознающих свою особую ответственность за международную безопасность и стратегическую стабильность. Мы вышли на принятие и декларации о новых стратегических взаимоотношениях между Россией и Соединенными Штатами. В ней определены базовые направления межгосударственного сотрудничества в сфере безопасности и международной политики. Задана позитивная тональность для углубления экономического сотрудничества и развития отношений между институтами гражданского общества. И мы с господином президентом сегодня в узком составе, практически с глазу на глаз, значительную часть времени уделили именно этому аспекту взаимодействия между двумя странами и народами наших стран. Декларация формулирует принципы нашего диалога по вопросам противоракетной обороны. Это предсказуемость и открытость, исключение потенциальных угроз для партнеров. Подтверждена и Генуэзская договоренность о рассмотрении всего комплекса вопросов наступательных и оборонительных систем в их взаимосвязи. Отдельная тема – механизм взаимодействия России и НАТО в рамках двадцатки. Сегодня он подразумевает принципиально новый уровень взаимной ответственности и доверия между всеми ее участниками. Я хочу особо подчеркнуть, хочу отметить, что эта международная новация в большой мере состоялась исключительно благодаря укреплению именно российско-американских отношений. В том числе в совместном противостоянии международному терроризму. Россияне были вместе с американским народом в трагические сентябрьские дни.
И мы глубоко признательны со своей стороны за искренние чувства сопереживания, переданные президентом Соединенных Штатов Бушем от имени американского народа в связи с недавними событиями в Каспийске. Память о жертвах терроризма и ответственность за безопасность граждан наших стран обязывают нас к единству в борьбе с этим злом. Я убежден, как и в годы борьбы с нацизмом, дух взаимопонимания и крепость подлинного союзничества станут залогом позитивных результатов и сегодня. Поэтому в повестке дня вполне конкретные вопросы. Вопросы взаимодействия в борьбе с международной террористической угрозой на основе единых подходов и стандартов к оценке любых проявлений терроризма и экстремизма. И, конечно же, необходимы тесные контакты по линии всех ведомств и служб, включая и силовые ведомства. Здесь у нас есть позитивный опыт. Он накоплен за последнее время, и мы это ощущаем, и сегодня на переговорах отмечали это обстоятельство. Свою эффективность показала двусторонняя рабочая группа по Афганистану, и мы с президентом договорились преобразовать ее в рабочую группу по борьбе с терроризмом, выделив отдельные направления по противодействию ядерному, химическому и биологическому терроризму. Россия и США ориентированы сегодня и на выстраивание новых отношений в экономической области. Менталитет у наших предпринимателей во многом схож. Это и хватка, напор, расторопность деловая. Их совместная работа опирается на общие ценности, принципы свободы торговли и максимальной поддержки частной инициативы. И поэтому наша задача – постоянно открывать для деловых людей новые перспективы и новые возможности. Мы должны избавиться от препятствий, доставшихся нам от прошлого. Речь идет уже не только о признании за российской экономикой рыночного статуса, хотя это очень важно, и мы благодарны президенту, я лично благодарен сегодня, что он дал очень позитивные сигналы в ходе переговорного процесса в этом смысле. И дело даже не столько в анахронизмах типа поправки Джексона-Вэнника. На повестке дня ликвидация административных барьеров, мешающих России и Соединенным Штатам наладить продуктивное взаимодействие, в том числе в высокотехнологичных областях. В тех областях, которые определяют конфигурацию мировой экономики начала 21 века. Это аэрокосмические отрасли, информатика, телекоммуникации, наука и образование, новые источники энергии. Отмечу в этой связи, что энергетики, в том числе ядерные, мы уделили сегодня должное внимание. С нашей точки зрения, полноформатное российско-американское сотрудничество в этой сфере способно стать важнейшим элементом устойчивого развития глобальной экономики в целом. В заключение хочу подчеркнуть, конечно, не все идеи и не все инициативы нам удалось зафиксировать на бумаге, облечь в формулу официальных договоренностей. Но серьезное продвижение по всем этим вопросам для нас абсолютно очевидно. Сегодня мы говорим на одном языке, сообща противостоим глобальным вызовам и угрозам и готовы совместно работать над формированием стабильного и справедливого миропорядка. Это в интересах наших народов, наших стран, и возьму на себя смелость утверждать, это в интересах всего цивилизованного человечества. Большое вам спасибо за внимание. Мистер Рон Хатчинсон. Рон Хатчинсон. I'm your agency. Вы из какого агентства? Papers. That's true. I have a question for both presidents. У меня вопрос для обоих президентов. If we've truly entered a new era, если мы действительно вступили в новую эру, почему каждая сторона нуждается в 1700 ядерных боеголовках? И президент Путин, почему Россия должна продолжать создавать ядерное оружие? А президент Буш, почему Соединенные Штаты должны сохранить 2000 такого вида оружия на складе? Во-первых, помните, с чего мы начали? Мы начали с 6000. И 1700-2200 за очень короткий срок этот спад произойдет. Друзья, ведь на самом деле не нуждаются оружие, направленное друг против друга. Мы все понимаем это, но это реалистичная оценка того, где мы были.
Бог знает, что произойдет через 10 лет. Кто знает, что скажут будущие президенты и как они будут реагировать? Если у вас есть ядерный потенциал, необходимо знать, что он сможет работать. Это одна из причин, почему нужно хранить оружие в запасах, на складах, не на пусковых системах, а для, именно для качественного контроля. И, Ран, я думаю, что важно вам знать, что мы проделали значительный прогресс по сравнению с прошлым. И договор устанавливает определенный срок, глядя как бы в стекло, глядящее назад для обеих сторон. Я не только уверен, что это хорошо для мирового мира, но устанавливает также базу для невероятного сотрудничества, такого, какого еще не было между нашими двумя странами. Я согласен с той оценкой, которую дал мой коллега, господин Буш. Конечно, и наша позиция известна. Мы исходим из того, что более целесообразно было бы, была бы ликвидация определенной части ядерного потенциала. Вместе с тем хочу обратить ваше внимание и на другое обстоятельство. Любой человек, который хоть раз держал в руках какое бы то ни было оружие, любое, в том числе охотничье ружье, знает, что гораздо лучше и безопаснее, если оно будет в разряженном виде храниться, чем если вы будете его держать в заряженном виде, в руках и с пальцем на спусковом крючке. Это абсолютно разное состояние. И то, что мы с президентом Бушем договорились о разрядке вот в таком виде, на мой взгляд, это уже серьезный шаг вперед с точки зрения обеспечения международной безопасности. И это очень хороший сигнал в отношениях между двумя странами. Что же касается по поводу того, почему Россия должна и дальше производить ядерное оружие, хочу вам сказать, что мы не ставим перед собой такой цели в качестве приоритетной. Но кроме Соединенных Штатов и России есть и другие державы, которые обладают ядерным оружием. Но что еще более настораживает, есть страны, которые стремятся к приобретению средств массового уничтожения. Специалисты в области международной безопасности знают и часто говорят о ядерном оружии как об оружии сдерживания. Больше того, многие из них утверждают, и с ними трудно спорить, что наличие ядерного оружия послужило тем препятствием, которое удержало человечество от крупномасштабных войн на протяжении последних десятилетий. Я думаю, что с этим мы тоже должны считаться, и строя новое качество отношений между двумя основными ядерными державами мира, должны учитывать весь комплекс отношений, который сложился на сегодняшний день в мире, и должны учитывать перспективы развития мира в сфере безопасности, имея в виду те потенциальные угрозы, о которых я упомянул. УРТ. Господин Буш, когда мы все-таки можем надеяться на отмену поправки Джексона-Вейника, которая в нынешних условиях имеет абсолютно одиозный вид рудимента холодной войны, означает ли это, что власти Соединенных Штатов сохраняют ее, намереваются использовать ее как инструмент давления на российское руководство? Договорились ли вы все-таки о том, когда Россия будет признана страной с рыночной экономикой, и каково ваше отношение к вступлению России в ВТО? Вопрос господин Буш и президент Путин. Каково ваше отношение к закупкам американских боингов для российской гражданской авиации? Спасибо. Я не могу более ясно сказать, я сказал это время свое вступительное слово. Я высказал свое мнение о Джексоне-Вейнике. Он требует действия со стороны Конгресса Соединенных Штатов, и я надеюсь, что они примут соответствующие действия. Рыночная экономика – это вопрос, который обсуждали мы с президентом. Это вопрос
нормативный. Ответственность за этот вопрос находится в Министерстве торговли. Министр Эванс и я обсуждали этот вопрос, и мы дадим ответ господину президенту скоро. А что касается успеха вступления России в ВТО, то, честно говоря, мы бы хотели этого видеть, потому что это в интересах Соединенных Штатов, чтобы Россия стала членом ВТО. Мы стремимся работать с президентом и министрами Российской Федерации, чтобы это произошло. Это в наших интересах, если это произойдет. Мне трудно предсказать сроки, когда это случится. По всем вот вопросам, которые вы затронули, те вещи, над которыми я имею непосредственный контроль, то вот они произойдут довольно быстро. Ну, знаете, если говорить о комплексе торгово-экономических связей, то мы сегодня несколько раз отмечали некоторую необычную ситуацию, которая складывается в этой сфере. И эта необычность заключается в том, что по мере улучшения отношения в сфере разоружения, повышения доверия друг к другу и так далее, у нас расширяются зоны взаимодействия в области экономики. И, естественно, там появляются такие проблемы, с которыми мы раньше никогда не сталкивались. Позиция администрации и президента нам известна, и по поправке Джексона-Вейника. Именно администрация выступила инициатором отмены поправки. Мы очень рассчитываем, что бизнес-сообщество наше, и российское, и американское, и взаимодействие на парламентском уровне, очень многие проблемы подобного рода будут снимать фактически автоматом. Что же касается конкретного вопроса, который вы задали по закупке Боингов, должен отметить, что лучшим лоббистом интересов американской экономики является американский президент. Потому что не только на Боинге, но и мясо кур и другие вопросы. Да, я часто слышу от своего коллеги, он обычно начинает так: значит, конечно, это не наш уровень, но я тебе хочу сказать. И потом длинный монолог по тому или другому вопросу. Значит, но вы задали острый и конкретный вопрос. Острый, потому что он стоит в повестке нашего практического взаимодействия, а конкретный, потому что речь идет о совершенно определенных вещах. Поскольку вопрос конкретный и острый, то я на него отвечу, как и положено в приличном обществе, в самом общем виде. Значит, во-первых, наши перевозчики, на мой взгляд, должны все-таки в основном ориентироваться на отечественную технику. И главным образом потому, что нашим производителям производимую ими технику, кроме как на внутренний рынок, больше деть некуда. Их никуда не пускают. Или пускают с трудом. Это первое. Второе. И здесь, кстати сказать, вопросы взаимодействия на рынках. Второе. Наши перевозчики, это прежде всего Аэрофлот, должен быть конкурентоспособным и должен иметь у себя передовую авиационную технику. И в связи с этим у них есть и американские самолеты, Боинги сегодня, есть и европейские Аэрбасы. Сейчас действительно стоит вопрос о дополнительных закупках, замене вот этих иностранного производства самолетов новой техникой. Должен сказать, что от того, какое решение примут наши хозяйствующие субъекты, а я хочу сказать, что это не политический вопрос, а вопрос на уровне хозяйствующих субъектов. Будет зависеть, это в том числе зависит от уровня нашего взаимодействия. Сегодня, насколько мне известно, предложение наших американских партнеров несколько дороже, чем европейских. А вот если бы американцы закупали нашу дешевую сталь и дешевый алюминий, тогда их самолеты были бы дешевле и более конкурентоспособны, в том числе и на нашем рынке. Вот все это в целом мы обсуждали и с президентом, и с нашим хорошим другом и партнером, министром экономики. И я очень рассчитываю, что в рамках нормализации торгово-экономических связей все эти вопросы будут решены самым выгодным для обеих сторон образом.
Чон Кинг из CNN. Хочу задать вопрос обоим относительно Ирана и распространения. Президент Буш, Госдеп, называет Иран крупнейшим государством-спонсором терроризма. Хочу спросить, вот эти, если российские продажи материалов будет продолжаться, столкнется ли эти новые стратегические отношения с проблемой в Конгрессе? И президенту Путину. Команда Буша говорит, что продажа ядерной технологии и передовой военной технологии Ирану является самая сложная проблема распространения в настоящее время. Вы согласны с этим? И сделали вы какие-то специфические обещания президенту Бушу сегодня? Мы уделили много внимания этому вопросу. Как я сказал вчера, в Германии я беспокоюсь об Иране и уверен, что и президент Путин беспокоится об Иране. Это было подтверждено сегодня. Он понимает террористическую угрозу точно так, как и мы понимаем этот вопрос террористической угрозы. Он понимает, что оружие массового уничтожения опасно России в равной мере, как и для Соединенных Штатов. Он это объяснял вот даже сейчас. Мы понимаем это. Мы очень откровенно говорили, честно говорили, о необходимости того, чтобы нетранспарентное правительство, которое управляется радикальными клерикалами, не, так сказать, раздобыло оружие массового уничтожения. Это может тут нанести ущерб нам и России. Президент дал свои заверения, которые, я уверен, будут очень подходящими. Мы сможем работать вместе. В интересах наших обоих стран, чтобы мы вместе решили эту общую проблему. Подтверждаю то, что сказал господин Буш. И согласен с вашей оценкой угроз в этом направлении. Я вообще полагаю, что проблема нераспространения – одна из ключевых с точки зрения обеспечения международной безопасности. Это, кстати сказать, и было одним из основных побудительных мотивов создания «двадцатки» в рамках России-НАТО. Работа совместно над этой угрозой – нераспространение средств массового уничтожения. Хочу вместе с тем отметить, что сотрудничество России с Ираном не носит характера, который подрывал бы процесс нераспространения. Наше сотрудничество исключительно, то, что касается энергетики, сосредоточено исключительно на проблемах